Так, весь мед пропадет, если его не собирать. Стухнет и все. Согласен, да? Слушай, а может быть ты-то, ты мне дашь померить свои шводочки? Я все-таки ачивку хочу получить. Я честно, я верну, верну. Да-да-да, продолжай, продолжай. Да я тебе серьезно говорю, вот честно, я надеваю твой шлем, надеваю твои ботинки, ой, штанишки твои надеваю, и все, ачивка, я тебе даю тоже свои шмотки, а? Договорились? Ну давай сначала ты мне дай свои шмотки для ачивки, а потом я тебе все обратно их отдам, хорошо? Да, я тебе дам, а ты меня обманешь и убежишь, знаю я вас таких. А как ты хочешь, чтобы я тебе доверял? То есть я тебе дам, ты меня обманешь, как это было в предыдущей серии, когда она меня кинула, Катя Кидок настоящий, и убежишь, да? А вообще-то это я тебе отдала все свои последние незерские кусочки, и даже не знала то, что у нас есть еще, так что это ты первый начал эту войну. Отстань от меня, обманула меня, так меня обманула, и что самое главное... Ты даже не извинилась, Катя Кидок, за то, как ты меня сильно обманула, да? Я тебя видеть даже не хочу. Все, Елизавета Вторая, Николай, давно мы вас не кормили. Так, держите, покушайте, детишки мои. Держите, кушайте, кушайте, ой. Надо было тебе ничего не отдавать, чтобы ты себе не сделал шмотки. Так я бы тебе и так бы сделал шмотки, у меня ж было 4 незерита. Это ты мне 3 своих отдала, отстань от меня. Все, не отвлекай меня, все, уйди отсюда. А ну вот и пойду. Ну вот и пойди, давай, все. Ну вот и пошла. Ты пойди. А вообще знаешь что? Не, подожди, пока не уходи, пока не уходи. Подойди сюда ко мне. Я тут вспомнил то, что я же до начала этой серии комментарии подписчиков, подписчиков читал, и знаешь, что они там нам написали? Знаешь, что? Я знаю, что они там пишут. Они написали, чтобы мы проверили один челлендж. Они сказали то, что незеритовые шмотки не горят в лаве, прикинь? То есть, если их бросить в лаву, они не сгорят. Они что там, совсем что ли кукухой двинулись? Да такого не бывает, в лаве все горит, абсолютно все. Но мне почему-то кажется то, что незеритовые шмотки не горят. Я на самом деле тоже боюсь, но давай ты брось свой нагрудник и посмотрим. Потом я брошу свои вот эти труселямбы, давай. Ну нет, верить подписчикам, которые не подписаны на канал, не-не-не, так нельзя. Вот те, которые подписаны на канал, им, может быть, еще можно поверить, а те, кто не подписан, нет. Я свой нагрудник в лаву не кину, нет. То есть ты хочешь, чтобы все, кто сейчас не подписаны, подписались, да, на канал, получается? Ну да, подпишутся, тогда я буду им верить. Ну, тогда ладно, давай я первый попробую бросить шмотку и посмотрим, горит незерит или нет. Трусы или шлем? Да, давай шлем. Давай шлем, он тебе давай шлем. Нужен. Все, готово? Давай. Но если это сгорит, я в этой жизни подписчикам больше верить не буду. Давай, раз, два, три. Ну, давай. Ну, сгорело все, ну и что ты хочешь? Ну ты подожди, сгорело и не сгорело, сейчас, стой там и не двигайся. А, сейчас я проверю, у нас же есть, я надеюсь, огнеустой, вот эта стойкость, да, есть, вот, на 8 минут. Так, подойди сюда, ближе ко мне, пиндюрк. И... па! Незеритовый шлем! Слушай, он не сгорел! Сейчас, подожди, я его еще раз выкину вот лаву, подожди. Он реально не горит вообще в лаве никак! Подожди, да как? Чё, серьезно? То есть я могу выкинуть свои, например, подожди, свои ботинки? Да, кстати, ты же можешь их выкинуть и ничего не сгорит. Вот, давай, выкидывай, выбрасывай. Так, выбрасываю нагрудник и ботинки, и теперь что, просто прыгаю туда? Ну да, оно вроде не сгорело, давай прыгай и подбирай. Так, просто прыгаю. И где они? Ничего не подбирается. Ну ты же их туда выбросила, они там должны быть. Подожди, ты только что подняла, я не могу поднять, тут нет моих вещей! В смысле нет? Ну я ж только что у тебя на глазах поднял вот этот свой шлем, вот он у меня на голове, Кать! Так может у тебя просто залагало что ли, а на самом деле они горят, ну нет, это вот вещей, реально, смотри, я подожди, я сам проверю! Так, прыгаем в лаву. Реально нету. Нет, реально нет вещей, просто нет! Это был лаг какой-то просто, ты успел поднять этот шлем, а я не... это в смысле? Ёханы бабай! Я только что сожгла нагрудник и ботинки. Незеритовые нагрудники, незеритовые ботинки. О, знаете что, ребята? И знаете что, уважаемый вот молодой человек? Ну ты же знаешь, что я тут вообще ни при чем. Я на твоих глазах выкинул шлем, и он у тебя вот это не сгорел.
Я сейчас отправляюсь в ад, и не ищите меня, пока всю бройку не достану, я не вернусь, все, пока! Да давай, давай, Катя, я сейчас приду, давай, давай! Как это? Подписчики тоже мне, ну, в лаве не горит! Вот я, вот смотри, я выбрасываю шлем, вот это выбрасываю, вот это по, вот по, вот! Реально сгорела, Катя! Все, не надо мне ничего говорить! Ага, так, сейчас... вот сюда, потом это ставим вот сюда, потом это убираем, ага, и внутри у нас не. Ага, так, и вот так, главное так, надо идти за Катей в ад, а то она сильно расстроилась, то что вся наша незритва бронька сгорела. Бедная Катя, бедная Катя. Кать! А, чего тебе? А ты где? Я копаю яму, чтобы сейчас искать себе незритовые кусочки. А где ты копаешь? Не, Кать, ну у нас же совершенно другие планы на эту серию были. Давай возвращайся обратно домой. Где ты? В яме в огромной. В какой огромной яме? Я тебя не вижу. Где? Далеко от портала? Нет, прям рядышком. А-а-а, туда, куда скелетон упал? Ты там? Да, только что вот я сейчас его кокну, кокнула уже, ага. Это все, ты сейчас эту яму огромную сама вырыла? Да, все, а теперь пожелай мне удачи на 14-ю высоту искать незритовые кусочки. Кать, на какую 14-ю высоту? Ну, господи, ну мы же только в предыдущей серии всю серию угробили на то, чтобы найти незрит. Давай в следующей серии это сделаем, пожалуйста, Кать. Если бы мы не послушали подписчиков, у них бы сейчас была хотя бы половина сета, а не вот это вот все в лаве было бы. Ой, подписчики, такой тупой челлендж посоветовали. Вот вы представляете, мы из-за подписчиков всю незритую броньку же сожгли. Кать, ну и да... Ёшкины ты картошки, я же сейчас кохнусь. Поднимайся сюда обратно, пожалуйста. Нет, никуда я не пойду. Мы столько сил потратили на эту броньку, а просто она сейчас взяла и сгорела. Просто сгорела. Нет уж, я это так не оставлю. Сраная эта бронька, да, взяла и сгорела. Да как она посмела, да, Кать? Блин, тут везде вот это вот магма-блоки. Кажется, я сейчас спалю себя. Ой-ой-ой, ну ничего, я жесткая. Я ты жестко! Ты справишься, Катя! Вот давай! Вот тогда мы с тобой встретимся, когда 4 кусочка найдешь, вот это, или там 8, сделаешь себе броньку, тогда поднимайся, все. А я пойду тогда в наш город, отдохну от Кати немножко. Там... Все, 14-е! Ну все, молодец! Пойду там големов немножко сведу, потом там еще что-то вот сделаю, полетаем, где мои фейерверки. А ты, Кать, давай, в следующей серии с тобой встретимся. Ага, все, хорошо. Пока, все, пока, все, пока, давай. Все, давай, все, пока. Ой, куда копаем? Там два гаста игры, баба, окружили, Катя, помощь твоя нужна. На, бабушка, на, собака такая. Ну, че, чебурачина, бухнем за здоровечко. Держи медик, и баба чебурака тоже держи медик. А, ну, вот это, за здоровье, как говорится. Ой, пырь, пырь, пырь. Пузырики в жопу, пырики, пупырики, пырики. Ой, вот это, Каролина, прыгай сюда ко мне, тёлочка, давай. И так, залезай, таки, опа, залез. И сейчас разворота 360 градусов, таки, бра. Карусель, карусель, сколько радости в нас, тара-бара-бара, ганджурбас. Шашлындосик, сейчас замутим на костре. Оп, оп, это мне, это себе, это тоже мне. Как ты хорошо, где? Как хорошо, ты где? Ты чё, уже пришла? Я тут под... Я тут бассейн только что чистил, он загрязнился-то так вот. Смотри, чё я в бассейне. У, два угля, прикинь, нашел вот это. Дурдом, беспорядок. А ты чё? Откуда как? У нас в бассейне может быть уголь вообще? Вот я не знаю, только что нашел, да? Короче, я бездарность просто, я не понимаю. Второй раз подряд я иду в ад и просто нахожу всего лишь два древних обломка. Всего лишь два. В прошлый раз три, сейчас вообще два, я больше не могу. Я
я не смогла больше найти, но ничего страшного. Как у тебя тут дела? Слушай, да два обломка это хорошо, да, да будешь еще два, и мы меч мне скрафтим. Ну, будет хорошо. Вот, у меня все нормально, я тут сельским хозяйством занимался. Вот, говорю, бассейн чистил, вот, забирай свой уголь. Пошли, Кать, у нас дел еще много с тобой, пошли. Фу, я, конечно, устала, пипец, можно мне отдышаться, да? Да, конечно, слушай, Кать, я по тебе так соскучился за это время, честно, так скучал. Но, ты же помнишь, ты подписчикам обещала примерно 3 серии, то, что мы с тобой, вот это, зачики-бомбоним големов. Ну, то есть, у нас будет новая семья в городе. Мне кажется, время пришло, вот это у меня железа не так много, как хотелось бы, но все же, Надя, держи все мое железо. Сейчас идешь, делаешь 2 големов, ведешь их на поводке к нашему алтарю и чики-бомбоним, все очень просто. Так это, зачем мне железо? Зачем мне вообще самой делать, в принципе, големов, если у нас уже есть готовые големы в нашей деревне? Пойдем просто приведем их сюда и все. Ты же хотела, чтобы мы сами их сделали. Ну да, дай тогда железо, я их сделаю. А, ну тогда да, держите, ты и делай. В принципе, можно в деревню не идти, делай ты големов, это не так сложно. Кать! Чё у нас мистер Крипер на складе делает, если ты его сейчас не убьёшь? Катюшка профессионал убивает, сзади нападает, все готово. Я тебе что хочу сказать, ты же всегда хотела, чтобы мы своих големов сделали. Все, иди сюда, на железо и делай. Я пока понаблюдаю, как Катюшка-профессионал умеет делать големов. Давай, Катька. Да, зачем вообще лишние силы тратить, я не пойму. Просто пойдем, приведем уже готовых големов. Вот и все. Ну, либо делай сам, я что-то, конечно, я устала. Я в аду копалась сегодня целых, это, полминуты, вот, знаешь, всё. Слушай, может, ты не устала делать големов? Может, ты просто не умеешь их делать? Признайся. Я не умею? Ты это самые слова-то такие, вот вообще не смей говорить в мою сторону. Хорошо, тогда мы не делаем с тобой големы, все. Тогда мы с тобой идем в деревню, приводим оттуда 2, да? Да, все просто, в принципе. Зачем силы тратить на это? Зачем крафтить что-то? Можно просто готовых привезти. Ну, с одной стороны, логично. Все, тогда мы идем на лодочке, да, плывем, но тогда ты споешь песенку для подписчиков. А то они всегда просят, там говорят, Эдисон, когда Катя уже песни начнет петь. Все, давай, садись. Все, сажусь. Давай, поехали песенку петь. Давай, по настроению песенка пошла. Давай. Раз, два, раз, два, три. Как ты ни крути, но мы не пара. Вот такая вот у нас пара. Как ты ни крути, нам не по пути, а мы с тобой не пара, прости. А давай еще раз, как ты ни крути, но мы не пара. Подожди. В смысле мы с тобой не пара? Это песня. Да песня говорит, что мы с тобой больше не пара? Эта песня говорит про другую пару, не про нашу пару. А, я уже думал, ты что-то на меня обиделась и больше встречаться не хочешь. А то фиг. Да не, я не обиделась на тебя. Ну вот и хорошо, тогда пообещай, что ты на меня в этой серии больше обижаться не будешь. Да, хорошо, не буду. Как ты ни крути, но мы не пара. Ну и что ты пучишь? Вот, ну что ты пучишь? Может быть, делами займемся уже, а? А, это я еще пучу. Ты сейчас фигней страдал, а не я фигней страдал. Давай заходи внутрь. Давай, пока вот эти скелетоны не набежали. Все. Так, все, поводки есть. Поводки, 14 поводков есть, все хорошо. Тогда выбираем 2 самых красивых, самых привлекательных големов и забираем их к себе домой. Только что-то я вижу, как-то им здесь совершенно плоховато. Им всем здесь очень плохо. На, держи железо и пошли это лечить их. Держи. Так, давай, у тебя есть железо. Ну, ты мне выкинула, нет? Да, выкинула, посмотри по сторонам. Все, вижу. Все, давай лечи тогда, Катюшка. Все, давай ты тоже. Быстренько всех полечим и заберем самых красивых. Слушай, а кто их так закомутохал-то так? Они настолько вот это потрепанные жизнью, что с ума можно сойти. Я не знаю, может, мы просто давно здесь не были, они соскучились там. Кстати, да, надо почаще сюда приходить, чтобы лечить вот этих големов, а то они поздыхают рано или поздно, и все. Так, ну я вроде всех починила, вроде все живы-здоровы. Ну у меня вот еще один остался. Опа, этот не хочет чиниться. Все, вроде всех починили. Короче, держи тебе один поводок. Вот так вот, выбирай самого красивого, а я выберу самого красивого. Так, ну все, я уже вижу Галину. Вот это Галина, я ее беру с собой. Галина? Галина, ты теперь ищи парнишку ей. Это типа голем Галина, да? Голем Галина, да, давай. Так, у меня тогда должен быть голем... Геннадий. Голем Геннадий и Гален Галем Галина. Галина Галем. Давай, скороговорка. Голем Галина, Галем Геннадий. Голем Галина, Галем Геннадий. Вот, все. Гили. Так, где наш Геннадий? Кто здесь больше всего похож на Геннадия? Мне кажется, вот тот.
тот какой-то интроверт, он сам там тусуется возле паучков и вообще в город сюда не топает. Как ты думаешь, вот это Гена? Ну, кстати, интроверты, они хорошие сами по себе. Ну, давай, давай, это будет Геннадий, все, берем и уводим, пошли к водочкам. Все, пошли, голем Геннадий, голем Галина, все, вы сейчас наша семья, можно сказать. Все, давай тащим их к лодочке. А ты свою вот эту новую, эту кошку заберешь когда-то или нет? Ты ее приручила 150 серий назад и до сих пор здесь оставила? Ну, это местная кошка здесь просто, вот и все, и нормально, пусть сидит дальше. Давай, 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 быстрее, быстрее, лед-то сзади нас тает, они могут утонуть. Давай, быстрее беги. Так, ну еще чуть-чуть осталось, мы с вами перешли пешком весь океан. Все, а вот сейчас вот это разрешите представить, добро пожаловать, вы здесь еще ни разу не были, вот это в город как бы не выбирались, это наш... Вот это, как назвать это? Наша усадьба, усадьба. Мегаполис, вот, мегаполис наш вот это весь, знакомьтесь. А вот, сейчас неожиданная для вас новость, вы идете жениться. В смысле жениться? А почему так сразу? А чё тянуть-то, чё тянуть? Молодые Галина и Геннадий, у вас здесь шикарные условия, пожизненный запас железа. Все для вас, все условия, вам осталось только пожениться, пойдемте к нашему алтарю. Слушай, Кать, тебе не кажется, что спустя 5 минут знакомства Геннадия и Галины как-то их женить, ну, не очень правильно, а? Слушай, они в этой деревне уже сколько там тусуются-то вместе, ничего, они не 5 минут знакомы, ну, по-любому успели уже. Вот это да, кстати. Ну все, тогда давайте сюда за нами. Но големов женить будешь ты, потому что я таким ранее не занимался и даже не знаю, что им говорить-то. Ты знаешь, для меня тоже такой опыт впервые. Давай, давай, иди. Главное, не утопи голема в этом пруду, как ты тогда с Лизой сделала. Так, все, подходи вот сюда. Ты сейчас вот это как бы вообще лучше бы не говорил. А, все, тогда забираю слова обратно, ага. Галина на комментарии залезла. Галина, слезь с комментариев! Галина, ну ты потопчешь сейчас листы все. Галина, вот. Уважаемые Геннадий и Галина, в этот знаменательный день я хочу вас поздравить с таким чудесным и волшебным днем. Вы становитесь мужем и женой, а в дальнейшем охраняете 24/7 нашу деревню. Это все, можете обменяться поцелуями, кольцами, всем чем угодно, и прошу приступить к работе. Властью данной мне объявляю вам сегодня выходной, но с завтрашнего утра у вас рабочий день. Все, завтрашнего дня до смерти работайте без выходных, все понятно? Все понятно, вот держите вам железо тут на первое всё, время. Все, пошли, пошли. Кать, я тебе хочу сказать то, что мы с тобой сегодня настолько хорошо потрудились, ты себе даже не представляешь, мы с тобой заслужили отдых, а? Я тоже так считаю на самом деле. Я уже даже и забыла то, что у меня половина броньки сгорела нафиг в лаве. Ай, ладно, да, новую сделаю. Да, потом сделаем. Ну все, тогда ты иди в кровать, жди меня там, я тоже скоро приду, потом вот это переночуем, я сейчас пойду прогуляюсь по городу и приду через пару минут, хорошо? Хорошо, все, ага. Я пойду отдыхать. Все, давай, спокойной ночи заранее. Да, да, тебе тоже, да, пока-пока. Ага, давай, до свидания. Так, это вот сюда, это вот сюда. Где-то, а вот оно было. Так, это так, так. Опа, так. Ладные доспехи. Это что, ты сейчас что за ачивку получил? Какие доспехи? Да. Я алмазную броньку отремонтировал, вот, я ее отремонтировал, пока ты там спал. Да ты иди спи, Катя! Подожди, я сейчас спущусь, подожди, какие ладные доспехи, это вообще что, ты где вообще? Слушай, да неважно, где я, ты меня не ищи, я далеко, ты меня не найдешь даже здесь, Кать! Так, я сейчас что-то не поняла, я сейчас загуглю, что такое ладные доспехи, подожди, Google. Получите полный комплект назеритовой брони, осколки прошлого, я сейчас что-то не поняла. Откуда у тебя эта ачивка, если мы спалили всю нашу броньку? А? А где, а что здесь? Так... Эй, ты что сервер-то вырубил, а? Я что-то вообще не поняла, я там видела не лаву, а воронку какую-то. Я сейчас вообще не... Эй, вернись! Вернись, говорю!